Москве сейчас 14 февраля 2013 года, 21.05. Я сейчас второй раз прокачался до максимума в Uncharted. Вот, я записывал видео, когда я качался первый раз. Сейчас я прокачался второй раз. Вот. Ну, то есть, я играю, на самом деле, намного меньше. Когда я первый раз прокачался, я очень быстро прокачался. Ну, то есть, я играл очень... То есть, не то, что быстро, а я играл очень много. Очень-очень много играл. Потом я сделал большой перерыв, долго не играл. И вот в последнее время я опять начал много играть. О. Сейчас я наследие активирую, посмотрим, что произойдет. Ага. Да, чего? Я сейчас видео записываю, что я... Ага. Не слышишь меня? Ты меня слышишь? Я тебя слышу. В прошлый раз ты был у меня в группе, я орал, ты меня не слышал. Сейчас я, короче, видео записываю, буду активировать наследие, посмотрим, что у меня получится. Во. Так, значит. Заходим в профиль и активируем. Окей. Ну, поздравляю, ты сейчас будешь ни с чем. Хотя в лаборатории это будет все. Да, поздравляю, ты один. О, аплодисменты, блядь. Похлопаем же, похлопаем. Поздравляем, поздравляем. Так, и чё мне нового? Чё нового мне теперь дали? Оружие какое дали? Не, ничего не дали. Не, ни хрена, всё то же самое. Не, когда я первый раз прокачался, мне что-то новое дали, я хорошо помню. Я не знаю. Просто у меня тут везде восклицательные знаки, я просто не проверял давно ничего. Mm. Так. Вот, меньше гранат. Я буду носить меньше гранат, но мне будут за это давать вот это новое. Мне будут давать на 200% больше денег за убийство. Так, slow healing, медленное восстановление жизни. Если я эту фигню включу, мне будет на 100% больше денег давать. Так, модификатор, слот 1. И потом посмотрю модификатор слот 2, в самом-самом низу. Вот этот новый модификатор, они такие серые. Точнее, так, черные с белым. А в чем, какой здесь смысл? Они наоборот делают так, чтобы ты быстрее бил. Ну, они тебе больше денег дают, если ты убиваешь. Да, нахрена тебе деньги. Так. Вот эти четыре новые. А модификатор слот 2? Ага, я не могу, типа... Этих черных не было, что ли? У меня были, но с каждой прокачкой они прибавляются другие. Так, вот это... У тебя во втором модификаторе их. У меня 4. У меня тоже 4. Но у меня было 2. Вот у меня новый появился инвалид. У меня половина здоровья. То есть у меня 50% здоровья будет. И мне будут давать за каждое убийство на 250% больше денег. И следующий... А оно работает в лаборатории? Я не знаю. По-моему, нет. И следующее, я не могу поднимать мощные оружия, типа Hammer, там, RPG. 200% больше денег будут давать за убийство. Значит, у тебя тоже 4, значит, у меня 4. Получается, что на втором наследии у тебя уже все они появляются. Все, отдачи никакой нету. У тебя что, второе такое наследие? Ты первый раз, что ли, переродился? Да. Нет, я переродился второй раз. Второй раз. А. Все вроде. И теперь у меня нужно заново... Ну да, все модификаторы нужно теперь заново открывать. Вот. Ну, лаборатория, что это будет открыто, там, по 3 гранаты и автомат, все дела. Там модификаторы и все это, оно просто не нужно. И отдача тоже там не работает. Ну да. Там все на равных. Да там просто свои... Там просто свои условия в лаборатории, поэтому. Да. Вот. Все, это я просто видео записал, чтобы, типа, когда я прокачался. Но когда я первый раз играл, мы уже много играли, я прокачался быстро, а сейчас мы сделали большой перерыв, я несколько месяцев не играли. Вот, и только сейчас до второго раза прокачался. Ну, а.